Вот уже и в нашей части палатки происходят какие-то разборки. Похоже, сегодня будет здесь весело. Если здесь начнется какая-то драка, то здесь будет просто массовое побоище. Потому что охраны мало на самом деле. А людей очень много. И возмущенных людей очень много. Сначала все началось на той стороне. Теперь продолжается здесь.